Всем привет! Это видео посвящается заявке для участия в проекте «Без границ». Организатор у нас Лиля. Я хочу участвовать в этом проекте по авторской схеме от Екатерины Гафенко. Ссылочку я оставлю вот с таким вот рисуночком. Схема распечатана у меня в черно-белом, и она у меня идет с символьным знаком. Итак, работа будет у нас 145 на 150 крестиков, 21 номер ниток, из них 9 будет блендов, это плюс, и рекомендуется один номер креника черного. Используется крест и бэк. Итак, поставлю ее сюда. Буду выполнять работу на линде 27 каунта. Линду я заказывала в катрусиных рукоделках. Также я уже сегодня заняла у меня полдня. Вот такие вот ниточки. Это крепление для иголок. Быстренько покажу. Вот так вот я использую второй раз планшетки. После этого они уже пойдут в другой мир, так сказать. Вот. Еще мои помощники. И хотела, не сказала вам еще, что вместо креника черного, то есть в катрусиных рукоделках, он закончился, а мне надо было черный. И вот я взяла, так, где тут у нас камера? А вот такой вот DMC металлизированный черный. Там рекомендуется только оправу очков сделать бэк креником. Также я буду использовать мои ножнички, моя лампа, которая работает в трех режимах, которая крепится. Сейчас покажу вам таким вот способом на раму. Рама у меня будет станок арабеска. Снегирь. Вроде, да, снегирь. Также дополнительные нитки у меня вот, так вот они идут. Это китайский креник. Я взяла белый на всякий случай. А дальше у меня будут магнитики, как у всех. Фломастерами буду пользоваться, когда буду зачеркивать схему. Также я проект буду вести параллельно на сайте «Сколько крестиков», где уже зарегистрирован данный проект. Вот. И еще что хочу сказать. Хочу сказать, что предыдущая работа «Столовая пара» уже в багетке у моего друга. Надеюсь, что он недолго будет делать для меня эту работу. И я уже приступаю к данной работе сегодня вечером. Хочу также отметить, что данная работа будет выполняться для моей крестной. У нее появилась совсем недавно вот такая вот, тоже похожа очень, кошечка. Только у нее британка темно-серая. У меня у самой британец. Он светло-серый, с шоколадным отливом, такой клевый кот. В общем, у нее другой чуть-чуть окрас. И вот я увидела эту картину и подумала, что вот это моя крестная. И поэтому эту картину я вышью, оформлю и ей подарю. Надеюсь, что вам будет интересно следить за работой. Также оставлю ссылочку. Данную работу уже выполняли в рамках проекта «Мои любимые коты». Юлия Творчество организовывала такую работу. Так, и я оставлю ссылочку на то видео, которое представлено в том СП. Хочу отметить, что там было только начало работы. И, по-моему, как-то серединка и сразу как-то резко конец. Я буду выставлять отчеты, наверное, раз в неделю.
Надеюсь, что у меня будет процесс идти очень быстро или не очень, но будет двигаться. Хочу также отметить, что у меня это первый опыт на равномерке. Бэк я уже тренировалась на другом проекте, я его еще не снимала и не знаю, буду ли снимать на него какой-то обзор. Ну вот. Так что сегодня вечером я займусь не то чтобы разметкой, но буду как-то там высчитывать и пробовать вышивать. И выставлю на своей страничке ВКонтакте первое фото. Так что, девочки, буду ждать ваших отзывов, лайков, дизлайков и комментариев. Всем спасибо, пока!